Первый заместитель председателя правительства региона Олег Ягов и министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов приняли участие в семинаре, посвященном государственной национальной политике. Совещание прошло в Оренбурге. Как было отмечено в ходе встречи, в Приволжском федеральном округе почти 90% населения считают, что отношения между разными народами хорошо налажены, и это дает положительные результаты. Но, несмотря на это, в условиях внешнего давления важным остается профилактика, предупреждение и ликвидация конфликтов на религиозной почве. Все то, чем занимались мы последние годы, сегодня показалось, что фундамент национальных отношений в стране прочный. Консолидация российского народа на этом фоне только выросла. Мы сегодня можем говорить о том, что национальная политика в Российской Федерации за эти годы прошла большой путь, и она является сегодня по сравнению с тем, что делается в странах, которые являются сегодня нашими противниками, наиболее объективной. Мы с удовлетворением хочу сказать, что видим единение людей. Это отражается и в тех показателях, которые показывают многочисленные опросы населения. Единение вокруг политики президента Российской Федерации, его позиции по вопросу современного мироустройства, по поводу проведения специальной военной операции. И надо сказать, что во всех регионах округа уделяется очень большое внимание, и особенно мы видим личное участие и глав регионов. Такие семинары ежегодно проводятся по поручению президента России Владимира Путина. В прошлом году аналогичное совещание проходило в Пензенской области.